Всем привет, ребят, с вами Нитрич, и играем в FTR Online. Когда поставили 65-й патч, вместе с ним ввели вот такую штуку. То есть не 65-й патч, а поставили патч, где можно прокачаться до 65-го уровня, новые скиллы и все такое. Короче, ввели вот это, сложение кристаллов. Что это такое? Наши кристаллы теперь мы можем складывать и получать из них... Что? Вот, написано, наводим сюда. Путем слияния трех чистых кристаллов, то есть берем любые кристаллы, либо защиты это у нас, либо атаки. Три. Ставим их вот в эти ячейки, нажимаем слияние. Сейчас я это продемонстрирую. Давайте вот так вот. И что у нас получается? Написано успешное слияние. Рандомным образом мне дали тоже чистый кристалл 58 уровня, но любой вообще дается. Это сделано, наверное, для того, чтобы вы не выбивали всяких убогих кристаллов, которые мы 80-70% выкидываем в мусорку. Они даже на аукционе ничего не стоили. Ставим в этот слиятель кристаллов. И получаем рандомно. Может выпасть какой-нибудь хороший кристалл, который стоит там 100-150 голды, да? Так, следующее. Добавить к слиянию основу кристалла, чтобы с некоторой вероятностью получить кристалл следующей ступени. А следующая ступень у нас это 65-е кристаллы. Телепортнувшись в локацию Долины Источников, ну и проходя основную ветку с 60 по 65 по красным квестам, вы столкнетесь в этой деревне вот с такими НПС. Подойдете к ним, и можно будет изучить, что здесь. Вот, торговец кристаллов авангарда нам нужен. У него есть кристаллы 65 уровня, на них написано для оружия, уровня 65 и выше. Но не торопитесь покупать, так как у вас еще вещи не 65, у вас 60. То есть ни сюда, ни в атаку, ни зирки вы не сможете вставить. Вам нужно будет сначала раздобыть бижутерию и оружие, и армор, соответственно. Для чего нужна основа Невиота? Стоит она 100 репутации, и дает она у нас получение рандомным образом 65-х кристаллов. То есть мы с вами берем кристаллы 58 уровня, чтобы не тратить на кристальчик 600 репутации, мы стараемся рандомно достать. Итак, давайте попробуем. Так. Ножки критического вот там бам-бам-бам-бам-бам, предупреждение цели сзади. Давайте вот эти как раз три кристалла. Ставим мы основу и получаем успешное улучшение кристалла. Множитель критического урона увеличился на 1.44 при нападении монстров сзади. Вот, как видите, то есть потратил я сколько получается. Основа стоит 350 голды на аукционе, либо 100 репутации. А получил вот такой кристалл, который стоит 1700 голды. Ну а эти кристальчики по 50 на ауке, по-моему, если не дешевле. Таким образом можно рандомно зарабатывать еще плюс денежку. Так, ну осталось у меня две основы. Давайте еще что-нибудь. Снижение получения тут. Там, бам-бам-бам. Давайте вот это попробуем. Итак, удачное улучшение, но, как видите, рандомно дали совсем другой кристалл. Теперь 65-е, они все называются не чистый крест, как у нас было, а чистый Невиот. Невиот. Давайте еще что-нибудь попробуем. Допустим, этот. Неудачное слияние. Просто-напросто кристалл пропал. Печаль какая. Смотрите, что, какие еще изменения, да? Все кристаллы такие же добавили, только 65 уровня. Они, соответственно, дают больше показатель немножко.
Но какой еще здесь есть нюанс? Нюанс такой, что снижение получаем от монстров урон на 8,1%. Это теперь общий кристалл, то есть и от боссов, и от монстров, от всех вообще, от любых мобов снижение урона. То есть нам не нужно, как я раньше таскал, от монстров, от боссов, просто нужны вот такие кристаллы. Ну, опять же, повторюсь, это 65-й шмот. Украшение все осталось, по-моему, безызменным там. А, ну вот еще. Так. Сейчас, где у нас? Вот. И в оружие точно так же. То есть нам не нужно носить урон по мобам. Ой, урон по монстрам по простым, урон по боссам. Ну, поняли, да? Просто ставим вот эти кристаллы. Опять же, 65-е вещи. Что еще в этой функции появилось? Появилась в ней еще следующая фишка. Это добавьте к слиянию двойную основу, чтобы с некоторой вероятностью получить двойной кристалл. Внимание, с двумя эффектами. То есть основа, которую я только что добавлял, вот эта основа Невиота, есть двойная основа. На аукционе ее нет, не знаю, передается она или нет, но знаю одно, что рандомным образом она выпадает вот из этого сундука. Вот из этого сундука, который дается нам каждую среду. Видите, написано, срабатывает каждую среду. Если мы выполняем в течение недели еженедельный бонус вот этот по квестам. То есть, чтобы у нас 20 квестиков было сделано, которые нам тут предлагаются, нам дадут в среду бонус. Это ступени заточки и какая-то монета, ну копейки, 140. И из этого сундука может выпасть именно двойная. Вообще, что представляет из себя заточка именно этих кристаллов? То есть вы ставите 65-е кристаллы, допустим, атаки или защиты, и вам рандомным образом, допустим, поставили вы на атаку, да, вот как, ну давайте зирки, да, возьмем, допустим, вы поставили зирки на силу, и вам 65-й кристалл, точнее 65-й зирки вы поставили, и 65-й кристалл зирк вам выпадает рандомно, и он, допустим, может быть выпасть на урон в PvP, потому что это рандомно, он может из силы зирка сделаться PvP зирком. И плюс там будет дополнительный стат. Допустим, в PvP урон добавляется, плюс 4 PvP урона, и еще снизу будет дополнительная надпись плюс 2 силы. Представляете, как это круто? Но это очень дорогое удовольствие. Еще что, знаешь, девчонка одна рандомно получила эту двойную основу, просто переливала вот простые кристальчики, да, вот такие. Она просто сливала их. И там какой-то безумный маленький шанс, что вы получите эту основу. То есть бежите вы такие, бежите. Хоп, поставили три кристальчика, нажали. Ну, не удалось, не удалось, ладно, дальше побежал. И бах, вам выпало. И потом получите супер кристалл с двумя статами. Это просто, просто я не представляю, это невероятный буст, это круче любой шмотки. Так. Ну, в принципе, все по этой вкладке. По кристаллам тоже. Змея я вам сообщил. Спасибо, ребята, что смотрели данный видеообзор. Подписывайтесь на канал, а также заходите к нам в группу ВКонтакте. Ну и как всегда, жду ваших комментариев. Всем удачного дроба. Пока-пока.